Всем привет! С вами Зинурка Гасанова. Ну что, моя хорошая, хочу вам сказать. Сегодня хочу поднять тему профилактика и лечения индюков. Видите, вот я утром обнаружила уже такой нехороший кал. Желтоватый, какой-то густой, желтоватый, как желток. Ну вот тут уже затоптали. Белый, слишком белый какой-то, это жидковатый тоже. Это и есть нехорошо. Если я на данный момент не приму меры, то в дальнейшем вполне возможно могут быть потери и плохая история, скажем так. Для этого вот вода и две таблетки. Получается, две таблетки на литр воды. Но у меня это такая кастрюля. Это как бы почти литр. Ну, больше, немножечко. На меньше кружки литр. Вот я сейчас их буду пропаивать. Получается, две таблетки на литр воды. Курс лечения 10 дней. Так что вот, мои хорошие. Почему-то индюки изначально вот в малом возрасте хорошо вот растут, набирают вес, прочее. А потом, когда достигают после месячного возраста, то у них уже начинаются какие-то проблемы. Так что потом начинают у них проблемы. И надо следить за... Я же говорю, да, иной раз видео снимаю, везде говорю, что следите за каждым калом, следите за каждым движением, чтобы потом не было поздно. А то бывает, иной раз мы внимания на это не обращаем, а уже когда уже индюшонок начинает уже как бы это признаки болезни, уже такой вялый, то 5-10, то уже как бы получается немножко бывает поздно. Лучше раньше это присмотреть. Так что, солнце мои, сегодня у меня будет профилактика. Метронидазол, две таблетки на литр воды, поить 10 дней. Друзья, подписывайтесь на мой канал, нажмите в ютубе Зина Гасанова, вы меня найдете. Пишите комментарии, задавайте вопросы, содержание, кормление, лечение. Любой птицы, кроме фазанов, павлинов и страусов. Про все остальное знаю. Всем пока!